Итак, друзья, мы начинаем процесс анбоксинга мозговой сахарной косточки для моего лопоухого мальчика по кличке Бася. Итак, вот поставляется мозговая сахарная косточка вот в такой целлофановой упаковке. Я ее сейчас открываю при вас, а там внутри вторая целлофановая. Видите, вторая целлофановая. Я смотрю туда. И вот видите, я сейчас ходил к мяснику, и он мне нарезал три замечательные сахарные мозговые косточки. Вот так вот есть одна косточка, вот есть вторая косточка, и вот третья не хочет. Вот, посмотрите. Вот эти косточки. Давайте внимательно на них посмотрим. Какой вы предлагаете мне дать сейчас басик? Я думаю, все-таки склоняюсь более к правой. Или к середине. Или левой. Не знаю, голосуйте, ей я дадим. Так, теперь посмотрим на участника этого черевоугодия. Бася, ты готов съесть сахарную косточку? Да, вы видите, Бася готов съесть сахарную косточку. Тогда я все-таки решусь, я беру среднюю сахарную косточку, посмотрите. Шикарная, прям с фризера, с морозильника. Так они должны кушать. Вот я сейчас. Бася. Вот получил он первую сахарную косточку. Сейчас пойдет тестирование этой косточки. Сейчас идет процесс тестирования. Но сначала идет такие полизывания знакомства. Типа я Бася, ты косточка, давай дружить. И теперь уже процесс идет более осмысленный. Происходит толкание массы косточки вперед, перекатывание с места на место, почесывание ее зубами. То есть процесс уже пошел. Анбоксинг уже закончился, и сейчас идет процесс черевоугодия. Чем, друзья, хороши эти сахарные косточки для собак, щенков 9-месячного, 10-месячного возраста? То, что, грызя эти сахарные мозговые косточки, собака чистит свои зубы. Хотя я утром, раз через день, чищу специальной зубной пастой Басику зубики, но эти косточки всегда помогут, дополнят. Давайте пока насладимся этим великолепием, как мой щеночек грызет сахарную мозговую косточку. Что может быть прекраснее этого? Так, этот процесс будет очень долгий, занимательный для нас обоих. Поэтому принципы вы поняли. Идите к мяснику, просите сахарную мозговую косточку для вашего питомца. И приятных гав-гавов и похрустывания вам. Какой мой ребеночек, кушай косточку. Вот видите, он даже сейчас, чтобы удобно было, лег. Нашел идеальную позицию. И в этой позиции он будет продолжать наслаждаться этой мозговой сахарной косточкой.